вот это, этот, как его, единорог. Вообще трэш. Ребята, запомните одну большую фразу. Не гоняйте в городе больше 60. Поверьте мне, ребята, и другим людям, кто ездит аккуратно и медленно. И ездят они очень долго и счастливо. Вот. То, что скорость, она губит. Она губит скорость, реально, она губит. Она реально губит скорость. Ты к ней привыкаешь, она как наркотик. И со временем ты уже не замечаешь скорости, и ты стараешься наваливать. Даже будь там что, мотобат вас в городе где-нибудь там попытается стоять, выезжайте за город и наваливайте там. Вот, если вы хотите уехать, и наваливайте. Но никак не в городе, ребята, это риск. Во-первых, риск вашему здоровью и другим участникам движения. Может, кого собьете, может, пешеход, может, еще кто. Не стоит оно того. Легче заплатить штраф 5-10 тысяч, но зато человеческая жизнь будет, как говорится, целая и невредимая. Это и ваша, и других участников движения. Пока здесь такой небольшой переполох, я сейчас заверну налево, успею. Опа! Все, very baby. Very baby. Все, very baby. Come on, baby, everybody. Жара такая лютая, лютая жара, просто трэш, ребятки. Вот, ну все, ребята, заказал еще запчасти, в смысле, как заказал, забрал кое-что и заказал, ну вернее не заказал, а денежку закинул. Вообще трэш такой. Жара начинается вообще бешеная. Сейчас уже за 32, скорее всего. Время после обеда. За 32 градуса. Это жестко, пацаны, если честно. Хочется скорее бы на трассу выехать. Кстати, что у вас по коронавирусной обстановке? У нас уже никого в масках нету. И всем пофиг даже в магазах. Хотя вот, блин, приехали контингенты на Калине в масках. Все, между прочим, даже за рулем были. Офигеть. Ну, короче, молодцы. По идее-то, красавчики. По идее, красавчики, да. На мотоцикле вообще ништяк есть, ребят, вообще прям кайфуешь. Но сейчас вот, по крайней мере, жарко, но сейчас разницы нет, что ты также из магаза к машине выйдешь, так же жарко будет, что на мотик сядешь. Но то, что ты в одежде еще, все равно, конечно, чуть-чуть пожарче, но зато начинаешь движение и начинается кайф. Вот что там, пробочка. Ну все, по кайфу, ребят, погнали.
Ветерочек, блин, визор закрывать надо, пылище сразу летит вот. Сразу вот визор вот только поднимешь, и сразу пылище летит в глаза. Потому что сегодня на улице ветрище, и на улице пылище. Визор открываешь, пыль залетает и в глаз попадает. Это неприятно и очень так опасно. Ну не, ребят, конечно, сегодня не в рифму. В рифму забегает тогда, когда вообще по кайфу. Ну так-то мне по кайфу, но, блин, просто жарко маленечко сейчас вот. Ох, грязище. Так, мы сейчас здесь по сухому проедем. Так, томотик у меня и так пыльный. Ну, можно сказать, грязный. Ну, не грязный, а пыльный. Блин, кайф, кайф, ребята! Курточка еще расстегнутая, вообще кайф! Такой ветерочек прям обдувает. По кайфу, реально, по кайфу. Блин. Просто мои эмоции как бы переполняют чувства. Ништяк. Это тебе не в машине, блин, с кондиционером сидеть. Ветерочек дует. В зависимости от скорости. По кайфу. Я вот сюда, короче, как-то заезжал на шиномонтаж. Там такие условия у них работы. Вообще там полный трэш. Как они там работают? Там бывшее, вот это вот бывшее, как, короче, бывшее помещение. Из-под какого-то корма, там у них, блин, вообще там то ли мыши бегают, то ли еще там что у них. Там просто такие условия, просто жесть. Везде грязище, вообще прям везде прям лютая грязь. Ну сколько лет работают, можно было бы что-нибудь, как говорится, облагородить, да? Симас, это Симас. Симас, Косинус, Нострадамус, или что там? А сейчас надо сразу запчасти заказать, блин. Сейчас где-нибудь встанем, блин, сразу, чтобы оформили прям сразу же заказ. Сейчас где-нибудь встанем. Да нормально, что по кайфу. Блин, пацаны, так хочется покататься. Вы бы знали, куда-нибудь уехать. Куда-нибудь там, не знаю. На дальничок, блин, с палаточкой. Блин, ну тачку надо сделать, блин. Хотя бы такой. Хотя бы ее на колеса поставить. Тачку надо, пацаны. Техническую все сделать по технике. Сейчас ремонтирую автомобиль, чтобы вы знали. Это старый немецкий автомобиль, которому 35 лет скоро будет. Вот. Я его вообще делаю полностью весь. Я его ремонтировал в 2017 году. Где-то месяц. Ну, месяц практически каждый день занимался. Ну, довольно-таки крупный ремонт был тоже. Как и движок, так и кузовные работы. Небольшие. В основном движок, салончик, так вот, ну, делал, короче. Не спеша шумку делал. Занимался шумоизоляцией. А сейчас, ребята, я делаю полностью технику. То есть в техническом плане полностью. Лет. Мне нужно сделать лет, короче, на 10, чтобы я вообще туда не лазил. 10 лет. С учетом того, как я ездил на машине вообще аккуратно,
стараюсь резко не тормозить, вот это вот резко не ускоряться. Очень бережно ездить на машине. Вот, мне на 10 лет, я думаю, хватит этой работы. Так, сейчас надо будет запчасти заказать, куда-нибудь надо припарковаться. То время проходит до хера, надо, чтобы сегодня уже заказ оформили. Ух ты, нихера, сколько времени. Так, сейчас мы, ребятки, заказ оформим. Вообще прям нормальник этот. Емекс. Емекс прикольная штука, конечно. О, бабки уже пришли на счет. По кайфу. Так. Сколько? Два рубаса. Так, где мои избранные? Так, это что у нас? Комплект сцепления. Этого есть уже. Так, 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 так. Звезда, диск, так, сальник. А, шланг тормозной, вот они. Тормозные шланги я заказал не те. Ну, вернее, не подходят, но у меня, короче, тачка с усиленной подвеской. Поэтому там, короче, он длиннее идет. Вот тормозной шланг. Вот он. Так, и вот это сразу. Две штуки. 25 мая, 717. Окей. И плюс мне надо будет... Так, опять в избранные. Короче, болты поворотного кулака. Вернее, нижний рычаг они закручивают. То же самое. Вот поворотного кулака. Так. Вот он 67 рублей один стоит. Вот болтик. Так, вот он с фаг. Ваг. Сразу пару штучек. Окей. Так, шланги тормозные. Два болта. Что там, тачка есть, что ли? А, это стоит. А, вот он где стоит, крысеныш. Следит за своей камерой. Так, потом мне надо будет что? Нацепление у меня уже заказан. По-моему, все. Так, давайте посмотрим, что в работе вообще. Крышка горловины, втулка стабилизатора. Втулка стабилизатора, я не понял прикола. Втулка стабилизатора. Втулка стабилизатора. Так это же сальник же. Это же сальник. Втулка стабилизатора. Так. Потом что у меня еще? Готово к выдаче. Блин, я ее вроде забирал. Картека, это же сальник идет. А, опора стабилизатора, да. Она готова к выдаче, ну блин. Понял. Ладно, я их заберу в следующий раз. Ну и в принципе все, что, ребята, заказываем. Корзина. Болтика две штуки. И тормозные шланчики две штуки. 35-73. Все, ребята. Оформляем заказ. Ну и все, в принципе. Все, ваш товар будет готов 26 мая. Ну, в основном на день пораньше. Если сегодня они успеют заказать, сегодня мой менеджер успеет заказать, короче, и если еще успеет заказать в Москве, в основном из Москвы все идет, в принципе. Ну и, в принципе, все.
принципе, все, пацаны. Все, по кайфу, ребята. Че, поедем? Поедем, поедем дальше. Ребят, еще немного и буду на море кайфовать, загорать, купаться, отдыхать. Кстати, вам, ребят, такая тема будет, когда поеду на море, на юга, в Сочи. Поеду специально в Сочи. И, ребятки, в Сочи есть такой прикол, там есть пляж, короче, пляж, ну, называется он, не буду произносить точное название, но скажу, этот пляж называется, там их несколько, эти пляжи называются без комплексов, вот, там много людей, и мне вот будет поснимать угарный контентик какой-нибудь, вообще. Но это, конечно, будет снята часть маленькая на YouTube. Вот. А где пожестче? Ну, там что-нибудь придумаем, ребят. Там что-нибудь придумаем.